Всем огромный привет! Что-то под вечер начала влог, ну ладно. Мы сегодня идем на концерт New. Я собралась, надела просто кардиганчик, джинсы, чтобы было удобно, комфортно, там потанцевать возможно. У нас, конечно, места сидячие, но мне кажется, что можно будет и встать на его-то концерте, думаю, можно. Если честно, я безумно хочу скорее туда попасть. У нас огромнейшие пробки. У нас выпало очень много снега. Прямо сугробы лежат. Из-за этого просто какой-то дорожный коллапс. Он и так, даже летом бесконечные пробки. Но сейчас прям очень много. Ехать далеко. И мы решили выехать немножко пораньше. Все, поэтому мы сейчас собираемся. Ну, точнее, уже собрались. Сейчас будем уже выезжать. Просто завалило нас таким снегом на крыше. Ой, прям шапкой снега. Ужас. Очень много снега. Не успели мы еще куда-то, в принципе, отъехать. И снова этот поезд, который ездит туда-сюда. Ну сколько мы уже стоим? Много мы стоим, в общем. Все стоят. Пробка, мне кажется, сзади нас там вообще гигантская. Он туда-сюда, туда-сюда снова ездит. Одно и то же. Каждый раз. Почему это нужно делать именно вечером, в 6 вечера, в час пик? Обозрение, как светится красиво. Обалдеть. Вау. Прям реально красиво. Все, приехали. Приехали наконец-то. Первый раз здесь. Никогда здесь не было раньше. Ой! Там, оказывается, пропускная система, а дальше, оказывается, сюда идти. Да, через улицу еще. Не знала. Ну ладно, идем. Я вообще не знал, что у нас есть стадион Локомотив. Не знал? Все, мы пришли, вот такое вот место. А тот, кто, я так понимаю, на танцполе раздевается здесь. У нас отдельная раздевалка. Сектор. Ну, все, идем. Мы сели, в принципе, отлично видно, отлично прям места. А зачем? Ну, прям совсем чуть-чуть, если ближе, то зачем? Просьба, как всегда, пожалуйста, не деритесь. Участились случаи. Девчонки, пожалуйста, умейте договариваться. Вот. Все. Мы попробуем сделать все красиво, без ругани, без драк. Только танцы, только любовь. Кто знает, когда увидимся. Так что давайте проведем этот вечер на полную катушку. Сделаем! Мы пока немножко пофилософствуем. Все время бежит.
никуда не пришли. Вышибая дверь, мы выносимся, только, блядь, не они. Это много дверей, уходи. Это твоя любовь, если все было зря. Чуевую, как зверь, ублюдок. Твой забытый подъезд. Спасибо. Ух, какой. Как у вас много телефонов. Рвет нас на клочья в куски.
хохочем с тоски и разбиваемся в дребезги. И все по красиву летя, нам не по силам хотя. Видал ни до, ни путь, по съемным годам даю без бабла. Но и тогда мы не были бедны, и нам обоим хватало тепла, запаха дома и света луны. А дальше что-то пошло не так, и стало, сука, неинтересно. Знаете, у нас две группы NU, и вторая называется «Весна 305». И по традиции мы попросим сейчас достопочтенную публику присесть на карты. Всех! Весь локомотив. Вы, кто сидит, можете тоже присесть на карты. А не просто, как вы сидите. Либо... Вы хотя бы с нами сейчас, чтобы мы объединились, да? Садитесь, не жалейте, у кого не западло, у кого не сложно. Вы там с нами хоть подпрыгните и опять сядете и будете сидеть. Чисто один рывок. Присаживайтесь, не стесняйтесь, ну. Вот, такие не особо гордые там, с чувством юмора. Давайте, не жалейте себя, у кого ноги не болят. Мы сейчас как выпрыгнем, так как начнем новое выступление. Но они молодцы, вообще лучшие. Вы лучшие. Сидим спокойно. Можем сидеть. Детка, я перегорел, как лампочка, чтоб тебя водоворил. Твой папочка, детка, мы бегом тебе. Я в нее больше не верю, в эту лаву. Начали провожать, пока он еще не начался, и продолжаем. Так что, друзья, это тост, надо выпить будет, да, хотя я не сегодня. Друзья, мы желаем всем, чтобы в новом году не было такого. Вы все прекрасно понимаете. Тебя удержит.
Все спрячь, что этот город о себе убежит. Обгорела, догорела улица на ночь. Я полный сериал, знаешь, я все ищу тебя. Знаешь, я все ищу. Ты все время искал, тебе тупо искал. И как будто нашел, но опять потерял. Почему мы были вместе, теперь я не понимаю. Тебя бесит то, что постоянно требую внимания. Так сильно изменились с той самой первой встречи. Теперь понятно все не вечно. Давай посидим часов на пяти. Выпросим у неба еще полчаса. А потом стираем все из памяти. Будто нас и не было. Твой поцелуй с ломами и боли. Ну почему пахнут тобой остерга от жир? Слушай, твой джин, паленый город дрожи. Видно в тебя мужчин. Да-да-да, год того один. Я уже не помнит нас счастливыми. Места касания на теле покрылись ими. И с твоим именем больше не связываю ничего. А помнишь, были так близко, что прям под кожей. Пока!
Я смотрю на тебя, мне кажется, звезды показаны так же. Денис мне еще не включил. Мы сейчас будем ехать еще слушать. Боже мой, это просто какая-то нереальная энергетика. Я не знала, что у него настолько крутой голос, даже на концертах. Он просто крутой. Мне понравилась музыка. Музыканты у него прям вообще музыканты молодцы. Музыканты вообще. Давайте покажу вам быстренько покупки Faberlic. Заказала целых 3 средства для мытья посуды. Они разные. Это миндальное молочко, клубника со сливками, свежий лайм. Вот такие вот 3 средства. Ароматы у них потрясающие, классные. Ну, в общем, это супер. Теперь хватит надолго. А дальше порошок. Взяла 3 одинаковых альпийские луга, чтобы высыпать в одно ведерко все и не смешивать ароматы. Вот этот мне очень нравится порошок, я вам уже 100 раз про него говорила. В общем, супер, взяла сразу 4. Дальше полотенчики для рук, взяла 2 кремовых. Отзывы были, в принципе, хорошие, поэтому решила взять целых 2. Ну, чтобы на смену было, у нас, в принципе, еще есть, ну, так вот, чтобы менять. И еще 2 ножа. Этот нож поварской, смотрите какой, он прям огромный, прям реально огромный, это Денис говорит для мяса будет. И второй универсальный нож, вот такой. Вот, в принципе, это все покупочки. Приехала Варюшка с Тёмкой. Привет. Да, они 2 ночи ночевали у моей мамы. Как у вас там дела? Нормально. Да, сейчас стихотворение задали учить. Да. Какое? Мартышка и очки. Да, Крылова, басня. Ух, никогда я не любила эти басни. Что делаешь вообще? Я заполняешь дневник, да? Я... Варя решила вот так красиво его оформлять. Да, вот так, да. Вот. Угу. Ну ладно. Тебе разрешаю, да, учительница? Да. Ну хорошо. Давай, оформляй, делай уроки, хорошо? Хорошо. Я все сделала. Все сделала? А русский? Нет, я про... дневник заполнила, да, заполнила, молодец. Я красивые цвета делала. Поэтому красиво. Я у тебя и просила эти фломастеры. Ну все, они у тебя есть. Я еще хочу с ними. Ну хватит рисовать дневники, Варя, это все-таки не ИЗО. Вот, малыш приехал еще, да? Как у тебя дела? Нормально. Просит кушать? Да. Тыся, ты зачем просишь кушать? О, редкий выпал. Мила.